Шведская исполнительница Ларин вошла в историю Евровидения, став первой женщиной, дважды победившей на европейском песенном конкурсе. Ее композиция «Тату» принесла Швеции 7-й триумф, по числу которых она сравнялась с Ирландией. Ларин получила 583 балла. В 2012 году она выиграла конкурс с песней «Эйфория». На этот раз энергетически мощное выступление певицы дополнили впечатляющие декорации засушливой пустыни. Второе место занял финский рэпер Кайрия, третье – израильтянка Ноа Кирель. Нынешний финал проходил в Ливерпуле, поскольку прошлогодний победитель Украина не смогла принять конкурс из-за войны. В следующем году Евровидение отправится в Швецию, которая отметит 50-летие победы в конкурсе знаменитой группы «Абба».